дом на улице Комарова, 134А. Сегодня нам звонили жители этого дома, жалуются на вот это. Говорят, что в подвале, не то что говорят, мы это сейчас видим. Насос поставили, наверное, производит откачку. Текут трубы, да, там воды полно. Смотрите, парит канализации. И вот весь подъезд в таком состоянии. Запах, надо сказать, нереальный. Это, видимо, и канализация, и лежаки порвало. Вот. Жители много раз писали управляющий, у них не управляющая компания, а индивидуальный предприниматель, получивший лицензию, управляет этим домом. Его письмо мы сейчас вам покажем. Говорит о том, что капитальный ремонт этих лежаков он осуществлять не будет, так как собираемость дома очень маленькая. Но я, насколько понимаю, здесь хотя бы не капитальный ремонт, понятно, никто замены лежаков от управляшки данной ИП не требует, хотя бы устранить течи. Вот видите, обваливается штукатурка уже, весь подъезд вот в сырости и плесень, окна вот люди открывают. И вот жители первых этажей, вот к нам обратился человек, у него родители живут на первом этаже. Просто огромный, ну сильный запах в квартире и влажность. Ну а представьте, если канализация, вот как я вам скажу, вот так парит. Какая вообще, даже жить просто невозможно в этих квартирах будет. Котяж, как там у тебя дела, грязь? Вон и котик говорит, что грязь у него. А мы сейчас посветим. Да, все мокрый подвал, все парит. Вот аж камера запотела, видите, даже снять не могу. С обратной стороны дома мы прошли. Вон вода там стоит, влажно все. Парит. Обвалился. Ну, все, обвалился. Здесь, видимо, за парение подвал. Входная старая группа, вот, подъездная. Из-за сырости. Ну, и весь он просто вот, цоколь, отмостка. В грибке плесень. Запах, конечно, ужасный. Даже к дому подходишь, чувствуешь, это канализация. В перемешку, наверное, еще где-то лежаки или стояки текут. Просто перед тем, как поехать, мы навели справки по управляющей организации. И, видимо, им уже передали информацию о том, что мы приедем. Вот сейчас я вам показывал подвал. Они уже вставили там насос, видимо, откачивают воду. И вот кусок трубы лежит. То есть они готовы, наверное, его поменять. Почему это не делается по требованию жильцов? Ждут, когда там СМИ приедет или контролирующие органы. Ну, этот вопрос мы обязательно зададим администрации, контролирующим органам, достойно ли вообще эта организация заниматься такой деятельностью, если, ну, представьте, зима, да, сейчас, вот сейчас мороза нет, а минус 15, что в этом подвале творится, это же разрушение фундаментов, если там вода, как говорят, 90 сантиметров стояла, то есть слесарь в болотниках когда заходил. Вопрос это однозначно надо решать. Павлу Степановичу Канатову мы обязательно этот вопрос переадресуем, вот. Пускай беседу какую-то и какую-то проверку проведут этой управляющей организации. Надеемся, что сейчас течи эти устранят.